И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, мы сегодня с вами продолжаем играть в покемонов в режиме Назлок Челлендж. И сегодня мы с вами будем искать здесь зал геймлидера и, собственно, вызывать его на бой. То есть мы с вами его вызовем на бой, только где он, я не знаю, он должен выглядеть как-то классно. Нам точно не нужна с вами, ребят, вот она. Джин, не знаю, геймлидер, по-моему, все реально называют. Ну, тут можно, в принципе, обходить всех этих мелких, но я думаю, что мы с вами. Каменного типа. Водный травяной тип. Удачи, тренер. Водный травяной тип. Хорошо, я знаю, я знал это. Водный травяной тип. У вас есть водный и травяной, в принципе, да? Да, у нас есть даже водно-травяной. Замечательно. Давайте с мелкими пока что сразимся, посмотрим, как наши типы сражаются. Давай. Покажу тебе, почему мы лучше, но я вас всех сейчас побью, и вам придется сваливать, ничего. Ну, что это за стадион с такими мелкими ребятами, ну? Геодюд. Да, Торчик — это плохая идея, потому что Торчик у меня... Огненный против камня не то. Ну сейчас он нам накинет, вот бог, что я их не поменял опять же местами. Ой, эта штука очень мощная, но... У меня, блин, впитать это травяная скорее так, чем водяная, но я думаю, что это не будет. О-о-о-о-о-о-о-о! Ребят, вот так мой сегодня будет тащить, похоже. Супер эффективно. Следующим будет идти. Еще один геодюд. Но он слабее уже будет. Хорошо, я думаю, это может быть даже с одного удара смешно. Хотя бы геодюд. Он потом, по-моему, в голема классно будет сейвить. Окей. 147 очков опыта. Вот так мы получаем. 11 уровня. Интересно, он эволюционирует кого-нибудь еще? Нет, не хочу я сменить. Еще один геодюд, который еще слабее, так что мы его быстренько с вами поможем. Если все бои будут такими простыми, то это будет просто замечательно. Наверняка у Роксаны, лидера стадиона, есть какой-то особенный покемон, если на какой. Ты меня не по зубам. Конечно, я пришел, блин, на каменный стадион с водными покемонами. Конечно, я, блин, всех тут побью, потому что на каменном стадионе у них у всех каменные покемоны, ребят. Если не справишься со мной, может даже не мечтать о Роксане. Я не мечтаю. Зачем она мне нужна? Страшная. У него всего один покемон, Геодьют 11, в принципе, с одного удара мы его не смещем, но... кому кое дело вообще? Вообще, сейчас, помню. Двух ударов так точно. Ну, конечно. Водяной тип тащит, как вы видите, и мы просто за пару секунд сейчас все это сделаем. А я не особо не отниму, теперь у меня будет не полный заряд, но все же каменный покемон медленный, так что я всегда атакую первым. Вот, что замечательно. 202 очка опыта. А, блин, интересно, он эволюционирует во что-нибудь классное. Как он эволюционировал? Конечно, у меня есть реальные шансы. Ну, привет. Похоже на Тентен. Хорошо. Не просто так она тут лидер. Ну, посмотрим. Геодью 14 уровня. Это будет сложно. Ну как, сложно, но он, в принципе, может бить сильно. И если он меня с одного удара сольет, то как бы он победит, конечно. Но это очень вряд ли, потому что у меня полный ХП. У него завал. Фу, он мазло. Он мазло, ребят. Так что мы с вами сейчас... Блин, у него зелье есть, но это не спасет. Прямо расскажу. Как видите, не спасает. Она опять... Какая она глупая. Я на самом деле тоже закатил парочку зелий, но, как видите, мне они абсолютно не нужны с таким-то покемоном. Вот, так что... Очевидно, мы победим.
Кто нам будет следующий покемон? Мне кажется, будут те, которые нам вещи таскали в доме в первой серии. 258 очков. О, еще 13 уровень. Блин, он скоро превзойдет моего. Смотри, сколько у него ХП. Силы природы. Ба-ба-ба. Ладно, посмотрим, что это за силы природы. Нет, не хочу. Это Муая? Ну как? Ну вы поняли, сила природы, что она делает? Окей, он себе закрыл кожу, ну это, короче, он танк. Что? Что? То есть он может рандомную атаку какую-нибудь провести? Это классно. Потому что вот этот джик, это был, наверное, электрический скорее. Или даже психологический. Но никакие камни не спасают, по идее, от атаки впитать, так что я его победю. Он умеет атаковать вообще? Он не умеет атаковать, он вообще защиту повышает. Это дурацкий покемон. Супер эффективный. Ну и все, мы его сейчас просто так посадим. Ух ты, он умеет атаковать! Ух ты, он может меня даже побить сейчас. Это плохо будет, если он не помню. У меня еще хпшка так... Блин, сколько у меня снес за один удар, я не помню. О, вот оно как! Плохо, ребятушки. Эффективно, конечно, замечательно, что супер эффективно. Нужен другой покемон. Еще один водяной, блин. Если он его так же убьет, будет плохо. Давайте возьмем все-таки. Торчика, у Торчика по-любому защита побольше, должна быть у него уровень побольше просто. Так что, наверное, он в один удар не сольет, а Торчик. Это плохо, ребят, это очень плохо. Блин, я не знаю. Блин, я не знаю. Одним ударом, возможно ли это? Что если ему зелье дать какое-нибудь? Блин, нет. Зелье по-любому мне ход сольет тоже. Блин, нет, поджарить, это плохо против огня. Может тупо за урон? Нет, нет, нет. Ах, черт, это плохо. Нет. Торчик. Торчика. Торчика больше нет, блин. Давай. Надеюсь, это травяной тип, это гусеница дурацкая. Жалить. Ядовитая. Я должен пройти, блин, через это. Через его щиты эти. Офигеть, он снес меня сразу. О, черт, минус 2. Блин. Ну блин, один раз он не дает мне просто ударить. Это плохо, это очень плохо. Блин, да посмотрите, сколько у него там скорости должно быть. Офигеть! Да ладно, нет, не может быть. Из битвы с тренерами нельзя сбежать, черт. Что мне делать? Скорость, скорость, скорость. Ни у кого здесь нет скорости, а? Зигзагун, блин, я не знаю. Просто забей, как это происходит. Офигеть, он опять первый атакует. Ну, гадство. Офигеть, он реально вынес всех. Что же мне делать-то, а? Что же мне делать? Так, не буду атаковать сейчас, подождите, у меня еще столько там что-то должно быть. Что-то, что мне поможет, возможно. 20, блин, хп. Давайте попробуем использовать, блин, я не знаю. Да-да-да-да-да-да-да. Не убей с одного удара, вот только не убивай с одного удара и... Все, капец тебе. Надеюсь, что... Блин, он опять первый атаковал! Да ладно, нет! Офигеть, я проиграл! Вот так вот заканчивается мой назор к челленджу. Блин, на первом же тренере. Что если я на него рыкну? Может он прям, блин, он первый ходит всегда. Гадство. Офигеть! Я думаю, что мы с вами проиграли эту битву, ребят. И мы проиграли всю игру, считайте. Вот такие вот дела. Так что на этом все. Я думаю, что на этом весь наш назвал челлендж закончится, потому что мы все проиграли. Я проиграл. Блин, это моя ошибка была. Моя ошибка была. Нужно было все-таки как-то лучше подготовиться к этому. Я, видите, сразу попёрся. Я думал, что...
не знаю, чего я думал, но надо было просто после первых двух выйти, подлечиться этого своего травяного покемона. Ну ладно, ребят, на этом все. Я проиграл. Пойду записывать обычные игры. С вами был Денис, и спасибо за ваше время. Всем пока.